И все-таки мне кажется, что в душе Мухаддин Кандур в первую очередь композитор. Музыку, звучащую в его сердце, он дарит нам, его друзьям, соплеменникам и поклонникам. Она величественна и так же прекрасна, как вся древняя черкесская культура. Продолжая наш юбилейный вечер, мы предлагаем вашему вниманию третью часть концерта «Мемория». Исполняет оркестр «Кандура», солист Евгения Лисицкая, дирижер Феликс Коробов.